Здравствуйте, уважаемые зрители! В данном видео мы проведем обзор суточного монитора AD компании Medicom, модель MD01. Ознакомимся с комплектацией. Что у нас входит в комплектацию к данному прибору? Это паспорт устройства, руководство по эксплуатации. Затем у нас идет сам прибор. Он поставляется вот в таком чехле. Давайте его достанем. Вот сам прибор. Сзади можно посмотреть заводской номер, модель. В комплекте к прибору идет, помимо чехла, плечевой ремень, который закреплен с помощью вот таких вот фиксаторов. А также поясной ремень. Который фиксируется на пояснице пациента за счет вот таких вот фиксаторов, которые необходимо продевать сзади чехла нашего устройства. Далее у нас идет пневмошланг. Который крепится к прибору вот таким вот способом. Здесь есть штуцер, соответственно, и мы в этот штуцер загоняем насадку шланга до щелчка. Все, шланг установлен, закреплен и не отходит. Чтобы снять шланг, необходимо шторку насадки шланга потянуть на себя, и тогда спокойно шланг отсоединяется. Не надо делать резких движений, пытаться оторвать. Спокойно шторку отжимаем и отсоединяем. Далее у нас идет в комплектации манжета для плеча. Средняя. Которая соединяется с пневмошлангом. Вот таким вот образом. Вставляется пневмошланг и проворачивается по часовой стрелке. Все, он зафиксирован. Чтобы отсоединить манжету, необходимо против часовой стрелки провернуть и потянуть на себя. Все. Также у нас в комплектации идет съемная карта памяти для монитора AD. Она в нем уже установлена. Вот она. Чтобы ее извлечь, необходимо на нее нажать. И таким вот образом она извлекается. Чтобы ее вставить обратно, необходимо нажать до щелчка. Все, карта установлена и не выпирает. Закреплена. Далее у нас идет аккумуляторы заряжаемые и зарядное устройство для данных аккумуляторов. Также в комплектации идет программное обеспечение для монитора давления на специальном диске. Опционально к комплектации данного прибора могут идти кабель интерфейсный для соединения прибора с компьютером. Который подключается к прибору следующим образом. Он имеет два разных разъема, USB и специальный разъем данного прибора.
Устанавливается он следующим образом. Вот в этот паз мы вставляем до щелчка. Затем, чтобы извлечь, точно так же, без резких движений, спокойно тянем шторку на себя и извлекаем. Помимо интерфейсного кабеля, опционально также может поставляться картридер и модуль Bluetooth для соединения устройства с компьютером по Bluetooth. Вот так вот выглядит комплектация суточного монитора AD версии MD01 компании Medicom. На этом разбор данного прибора и его комплектации можно считать завершенным.